Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Хочу вам показать очень прикольную игру, она бесплатная. Я оставлю ссылку в описании под видео, тут видео можно сингл играть, мультиплеер. Можно создать Розе сервер на... Join host, join... И присоединиться, я так понимаю. Да, но я не пробовал, я играл в сингл. Сейчас я покажу саму игру. Она очень прикольная. Вот я немножко поиграл уже в нее. Первый уровень. Видимо, такого человечка. Переключения происходят Q, E, A и D. И когда вы переключаетесь, вы можете управлять рукой, ногой, левой, правой, любой частью, ну, тела, как бы, любой частью. И оно, как я не знаю, оно такое прикольное. Я сначала не понял, как... Как им управлять, я сначала вот так им управлял. А тут получается, он за счет ног передвигается. Если мы переключимся на ногу, мы можем передвигаться. Вот. И он прыгает. Я! И полетел такой. Я! Я! Так, это он все повключал. Так, побежали дальше. Хоп. И мы переключаемся, удлиняем руку, можем рукой управлять. Вот такая вот игра. Давайте следующий раунд. Следующий раунд. Так, вот тут я не понял. Escape. Ага, escape это мы можем movie sense. Movie sense. Big volume. Volume say. Ну это звуки, это sense, я так понимаю. И вот. Передвигаться тут получается ногами. И когда вы не двигаетесь, он замедляется время. Ну сейчас я покажу это. Ну, первые пару уровней, они типа обучающие. Опа! Такой, оп, оп, передвигаемся. Я пока сам еще не понял, как полностью управлять. Это, наверное, ногу надо поднять, переключиться на вторую ногу. И тогда он начнет прыгать высоко. Я! Не знаю, меня так улыбнула эта игра, я вам ее советую. Скачайте ее, вот. Получается, не нужно нажать. Так, тихо, тихо, тихо. Не нужно нажать на выключатель. У меня есть 3 жизни. Если вот мы сейчас сделаем вот так руку, переключимся на ногу. И так, хоп, хоп. И надо тайминги поймать. Так, надо вот ту ногу, сейчас подождите, ногу, оп, эту ногу мы берем, убираем левее, и так, и вот так сейчас, так, так, ловим тайминги, нет, не получается. Опа, включили, но, у нас одна жизнь. Так, че, эту ногу надо приподнять, наверное. Так, руку выставляем. Идем. И видим, что написано стоп. All her, stop is time. Ну, вроде все и так понятно. Если я дотронусь, я должен, по идее, выиграть. И на вот это... Подождите, вот эту ногу... Есть! Еее! У меня получилось. Это 4 уровень. Продолжаем. Теперь мы играем в кунг-фуиста. Я. Не знаю, у меня такой просто адский смех вызывает это все. Теперь видим джедайский шарик. Джедайский шарик, так. Так, надо ногу выставить. Ногу, давай ногу выставим. Не знаю, такая прикольная игра, я не могу. Видимо, он у меня одну жизньку забрал. Так, батл. Батл. Это наш первый батл.
Так, сейчас будут кучу шаров на нас нападать. Йок-йок-йок-йок. Так-так-так. Тихо-тихо. На! Я. Блин, у нас одна жизнь осталась. Так, 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 так. 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 Так, 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 так. Я! Ой-ой-ой. Какой шар. Я. Я. Так, так, так. Где она? Где она? У меня ноги перепутала. Ай. Все, у меня жизни нет. А, не, у меня восстановились жизни. Я. Last way. Да, подожди. Блин. Сейчас мы пройдем. Сейчас у нас все получится. Я. Не знаю, это такая кринжа, но. Меня так и веселит просто это. Я не знаю, это. Давай, давай, давай. Я! Я! Ух, я! Ух, я махаю! Блин, ноги сильно расставил. Так, еще раз, попытка номер два. Но этих надо ногами, чисто ногами жарить. Давай, я. Так, переключаемся. Оп. Оп. Я. Управление происходит при помощи мышки и четырех клавиш, получается, если вы не поняли. Это Q, E, A и D. Переключение между руками. Я. Ухи! Я. Так, одна жизнь осталась. О, аптечки, аптечки. Вот откуда жизни у меня. Так, аптечки. Да. Тут надо руки использовать. Я. Я. Давай мы подойдем поближе. Так. Я. Блин, у меня последняя жизнь, там еще ласт босс. На! Вот ласт босс. А, хилки восстанавливаются, супер. На! Тихо, тихо, тихо. На! Так, 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 так. Ну, короче, у нас и так вышло все супер. Я так и планировал. Е-бой. Теперь левел хард улучшается. Получается, мы можем отбивать. Вот пули отбивать можем. Это матрица. Это просто крутейшая игра. Мы теперь можем отбивать руками пули. Ай-яй-яй. Можем ногами отбивать. Получается. Ай-яй-яй. И потихоньку приближаться к нашему врагу. Я! Ой, короче, вот такая вот игра. Если хочешь просто отвести душу, я тебе ее советую. Я оставлю ссылку в описании под видео. Игра совершенно бесплатна в Steam. С вами был Розе, всем до новых встреч.